Кутмандо, күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич маалымат бермекчи. Маалымат жыйынды, брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, 5-нчи канал, Пирамида телеканалдарынан облустук медиа борборлордон ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат, урматтуу шаардыктар. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынды. Туруксуздукту болтурбоо максатында Бишкек шаарынын ички иштер башкармасынын өздүк курамы жана курулду күчтөрүнүн өздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш чаралар жүргүзүлдү. 9 апрель 2020 жылы саат 8:00 баштап кечки саат 19:00 чейин Бишкек шаарынын аймагында райондор аралыгында күндүзкү жоо патрулга жалпысынан 410 постко 1000 ашык кызматкер коюлду. Күндүзгү саат 07:00 кечки саат 20:00 чейин убакытта өзгөчө абал бузуулар боюнча Бишкек шаарынын аймагында 52 жаран райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Алардын үстүнө 56 протокол түзүлгөн. Кечки саат 20:00 эртең мененки саат 07:00 чейин комендант саат бузгандыгы үчүн 37 эркек жаран кармалган. Алардын ичинен чет өлкөлүк жаран 3 жаш өспүрүмдөр жок. Жалпы кармалгандар бардыгы 1608, анын ичинен эркектер 1396, аял 212, жаш өспүрүмдөр 15, чет өлкөнүн жарандары 52. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизилген тарта 25 мартынан 9 апрелине чейинки аралыкта жалпы саны 633, анын ичинен 563 кылмыш иши жана жоруктардын бети ачылган. Мындан тышкары 28 жол унаа кырсыгы катталган, натыйжада 39 адам жабыркаган, анын ичинен 3 жаш өспүрүм. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал киргизгенден баштап атайын уруксат пропускалар бере баштаган кийин жалпысынан 42 факт катталып жасалма пропусктар боюнча азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Мен мурун эле айткам, ошо электрондук уруксат берүү системасын ишке киргиздик. 2 марттан баштап бүгүнкү күнү чейин 19864 кайрылуу келди бизге. Ошол негизинде биз тараптан 990 уруксат берилген. Алмаз Кыдырмаевич, кечирим сурайм, 2 апрель эмес 2 марттан баштап, э? 2 апрелден баштап. 2 апрелден баштап. Вот. Добрый день, дорогие горожане. Каждый день к нам поступают одни и те же вопросы о том, почему мы не выдаем пропуски тем или иным лицам. И вот я каждый день отвечаю на вопросы о пропусках. То есть, повторяю, мы не даем тем, кто действительно не нуждается в пропусках. К нам обращаются не государственные организации, и те организации, которые в своих личных целях хотят получить пропуски. Большая часть электронных запросов преследует цель просто получить пропуск для въезда и выезда в столицу. Каждая заявка рассматривается и обрабатывается, на что также уходит время. В связи с чем накапливается очередь, и те, кто действительно должен получить пропуски, им приходится ждать. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам. Потерпите, посидите дома. Сейчас приближается окончание инкубационного периода. В этой связи я хочу повторить. Пропуски не будем выдавать, если кто-то там просто захотел уладить свои личные дела, ссылаясь на выдуманные причины. Если мы будем выдавать всем желающим пропуски, то в столице будет происходить беспорядок и нарушаться режим карантина. А тем, кому необходимо и нужно будет выехать по особым и экстренным случаям,
то, пожалуйста, заполняйте маршрутный лист, по которому наши сотрудники вас будут контролировать из точки А в точку Б. Мной был подписан новый приказ о принятии дополнительных мер по обеспечению продовольственной безопасности на территории города Бишкек от 8 апреля 2020 года за номером 32, где финансовой полиции приказано разработать комплекс мер и организовать работу по профилактике и выявлению недопущения фактов необоснованного и искусственно создаваемого дефицита, а также завышения цен на товары социально значимой группы и медицинских препаратов и средств. Будет проводиться тщательный мониторинг анализа продовольственной безопасности с указанием причин, условий, способствующих искусственному завышению цен на товары, включенных в перечень, утвержденный постановлением правительства от 22 апреля 2009 года за номером 242. Также изданы ранее приказ о координации мероприятий государственных органов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории города Бишкек, а также обеспечение мер по продовольственной безопасности населения столицы, предусматривающие ограничения по складированию товаров первой необходимости от 4 апреля номер 25, я отменил. Помимо этого, проводится работа по профилактике и выявлению недопущения фактов необоснованного искусственно создаваемого дефицита и завышения цен на товары первой необходимости. Этим мы создаем продавцам и торговцам рыночную свободу. Отмечу, продуктов питания хватит всем. Продовольственные магазины, рынки работают в штатном режиме. Ажиотажа среди населения нет, дефицита товаров не наблюдается. Хотел бы дать информацию, значит, в одном из интернет-источников прошла информация по похищенному терминалу. Могу сказать, что 6 апреля в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин ТБ о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 2 часа 10 минут, находясь на улице Абдрахманова, украли терминал с стоимостью $1500, внутри которого находились денежные средства в размере 61 500 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и правонарушений УВД Свердловского района, начато досудебное производство по статье 200 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Назначены все необходимые экспертизы. На сегодняшний день похитителей данного платежного терминала мы отследили по камерам безопасного города, а также камерам командного центра ГУВД города Бишкек. В скором времени мы дополнительную информацию дадим по задержанию данных лиц. В последнее время появились трагические новости о происшедших суицидах среди несовершеннолетних, что меня, конечно, очень сильно беспокоит. В связи с чем прошу родителей уделять больше внимания детям в позитивную сторону. Не ругайте, не кричите на детей. Они сейчас впервые в жизни находятся в периоде чрезвычайного положения, введенного из-за мировой угрозы пандемии коронавирусной инфекции. Дорогие горожане, полагаюсь на вашу сознательность и выдержку. Спасибо. Хотел бы ответить на некоторые вопросы, часто задаваемые. Вот один из таких, значит, благотворительные фонды организации получают много отказов. В связи с этим предлагают включить их деятельность в графу заявки пропуска. Обращаются доноры, просят оказать помощь для проезда и получения пропуска. Комендатурой города Бишкек был издан приказ об оказании мэрии города Бишкек материальной помощи гражданам, находящимся в трудножизненной ситуации. Перечень таких граждан определяется мэрией. И мэрия определен орган, который координирует работу донорских организаций по предоставлению гуманитарной помощи. Вам необходимо обратиться в местные органы самоуправления. Со стороны военнослужащих много случаев, когда при наличии соответствующих документов у граждан на блокпостах не пропускают их. Да, порой бывают отдельные случаи недопонимания между военными и гражданами, но они хорошо выполняют свои функциональные обязанности. И в первую очередь думают о вас, не подвергать вас опасности, беречь ваше здоровье. Просим понять военнослужащим проделывается все необходимые работы для удовлетворения требований граждан. Каждый из нас старается сделать что-то лучшее. Еще хотел бы добавить, что ежедневно мы проводим инструктажи по несению службы на блокпостах. Я считаю, что в последнее время резко мы уменьшили количество, будем говорить, нареканий, а также заявлений по поводу работы блокпостов. Мы в данном направлении работа проводится.
Так, еще раз, вот очень много вопросов по пропускам, вот мало количество выдаваемых пропусков. При подаче заявки приходит отказ. Это, я еще раз повторяю, что мы с 1 апреля у нас на электронную систему выдачи пропусков поступило 19 864 запроса. Из них мы удовлетворили 990. Мы не раз мы отвечали на один и тот же вопрос по спецпропускам, а также всех информируем о приказах. Каждому отвечать на один и тот же вопрос мы не можем. Мы информируем население обо всем, и кроме того, нас поддерживают средства массовой информации, опубликовывая наши приказы и новости. Для вас работает WhatsApp-канал. Еще раз хотел бы повторить 0220 00 13 12. Пожалуйста, присылайте интересующие вас вопросы, мы обязательно на каждый ответим. Также круглосуточно работает колл-центр 1312, вы можете обратиться в любое время суток. Насчет пропусков, еще раз повторю, заявки рассматриваются в строгом порядке. Мы не можем каждому желающему давать пропуска. Они выдаются только тем, кто занимается самыми необходимыми и нужными для обеспечения жизнедеятельности нашей столицы. Поступил звонок от гражданки Российской Федерации. Пропуск не предусмотрен, значит, от гражданки Российской Федерации. Значит, пропуск не предусмотрен технически для иностранных граждан. Почему? Потому что персональный идентификационный номер он не соответствует. Поэтому автоматически отказ. Так, значит, гражданка Российской Федерации с временной пропиской, ей необходимо после операции ездить в онкологический центр. Хочу заверить вас, что для этого необходимы справки от врача, назначение врача. Вы можете заполнить маршрутный лист. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. После этого спокойно можете посетить врача. Так, был вопрос о транспортировке больных, выписывающихся с инфекционной больницы после коронавируса. В данное время на территории столицы действует 40 мобильных групп из числа медиков и вирусологов, которые отслеживают всю обстановку, связанную с коронавирусом. После, значит, выписки из больниц им выдается справка о том, что они выздоровели. Так. Обратился сотрудник банка KICB Исраилов о том, что завтра 10 апреля к 10:00 часов на пересечении улицы Джаил Батыры Чортека установят передвижные банкоматы для обслуживания проживающих данного района, в связи с чем просит обеспечить охрану для безопасности банковских служащих, а также наличности. Так, на самом деле, для жителей жилмассивов совместно с Национальным банком и коммерческими банками мы, значит, приняли решение об организации выездных касс в жилмассивы города Бишкек. На базе участковых пунктов милиции, либо МТУ. Также там будет, значит, обеспечиваться охрана со стороны органов внутренних дел. Вот. У меня спасибо за внимание. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу жана коомдогу көтөрүп жаткан маанилүү суроолорго Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич суроолорго жооп берди, толук маалымат берди. Маалымат жыйынды бүгүнкү брифингде түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, 5-нчи канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан, Facebook'тан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат.